Всем привет, с вами Демон Сталкер, и это Крафт Зе Ворлд. Мы посмотрим обновление в честь китайского Нового года. Так что сажайтесь поудобнее. Надеюсь, будет вам интересно так же, как и мне. Погнали! Что у нас такое? Что у нас такое здесь бурлит? Это у кого-то живот, что ли, болит? Или кто-то шумит? Кто здесь шумит? Негромко. О, курица, что ты здесь делаешь? Так. Ну да, здесь... Что ты не можешь найти путь домой? Интересно, что так, что здесь происходит? Так, а что мы тогда? Какие-то у нас... Что она дает? Комфорт. Что у нас здесь? Прочный короб. Интересно. Больше вещей может. Набор быстрых лестниц. Чтобы добраться до цели. Интересно, пила. А можно пилу сделать? И... Так, так, так. Где у нас... Вот они, наш лестница, правильно? Правильно. Так. Так, где у нас веревки? Так, и... Это что у нас? Где у нас топоры? Так. Отлично. Башенный шпиль. Кстати, будет интересно. Каменный набор стен. Деревянная башня, статуя Гаргули. Еще одна статуя Гаргули. И фонтан, клумба. Клумба чё? А, украшение цветов возле дома. Понятно. Это новые предметы открылись. Стальной меч. Стальной меч 25 повреждения. Комфорт 7. 5 пунктов. Ну кто? Так, где у нас
булава. Сделаем одну статую. Это, наверное, рычит. Так, в обновлении сказано, должны подарки падать. И какой-то исправлен поиск пути. Ну, посмотрим. Курица умеет плавать, она просто летает над водой. Провес плюс один получил, надо же. Теперь они могут учиться плавать, что ли? Чё он, я не помню, рыбачит как-то, не понял как. Нет, это очень странно. Она может удочку закинуть. Унга! Что он типа поймал рыбу, что ли? Ладно. Должны скоро подарки падать. Интересно, высоко здесь. Все. Главное, чтобы глубоко было. Ух ты. Какой опять засранец. Вот это кровать каменная. Надо будет потом забрать. Как-то он неправильно ловит. Овца сбежала.
Так, ну нам что, надо... Как-то развиваться. Фонтан можно сделать. Стены каменные на брустен. Остальные мечи вот. Остальные мечи. Штучек 5. Я думаю, достаточно будет. На первое время. Так, у вас совсем там хавать нечего. Все, достаточно уже. Быстро пошли теперь вдвоем. Молодцы. О, Crazy Peach. Angry Birds. Ну, скоро вырастет. Кстати, я заметил такую особенность. Давно не нападали, вообще не перестали нападать монстры. Если вы помните, это было то время. Так, так, а что нам надо? Где больше всего-то? А ничего, все по 200 опыт. Поварское мастерство. Поварское мастерство создать. Каменная печь. Кузница. Каменная печь у нас есть. Что мы там можем, где... Там, где каменная печь. А, булочки, хлебца. Поварешка. Зачем-то она нужна. Чтобы повар быстрее готовил. Так, хлебца, говорите. Куда он пошел с хлебом-то? Интересненько.
Знаешь, вода не поднималась. Че надо опустить. Во прикол. Интересно, может с этого рыбачить? Да, подарка так не видел. Просто я не ощущаю этого обновления. Кстати, может можно гирлянды повесить. Новое задание. Прям паузу здесь появилась, надо же. Кстати, можно и лучше. А, нет. Нам что-то не хватает железа, да? Лаборатория. Что она дает? Хранитель душ, яйцо дракона, ничего себе. Ничего себе. А где же яйцо дракона? А где елочная игрушка? Куда можно ее повесить? Ты
сюда навешать. Здоровье. Зелье воскрешения тоже нужен. Яйцо дракона. А вот эликсир, интересно, нет, не с обновлением связано, нет? Не припомню, чтобы такое было. Могу, конечно, ошибаться. О! Ну, если не посмотрим обновление, тогда можно просто так поиграть. Что у нас по книгам кузнеца, книга охотник. Забыть все нафиг. Пловец, воин, маг, плотник, мельник, лучник, рыбак, повар. Лучник, рыбак, повар, лучник, охотник, лучник, маг, маг, рыбак, пловец, маг, да, плотник, кузнец, вот. Так, охотник мы вроде где-то пропустили. Значит, два лучника, надо палку для мага, деревянный посох, лучник, маг, ну больше лучниц, пловец, маг, рыбак, вот, ты маг второй будешь. Ну он еще рыбак и пловец. Так, тебе стальной меч, тебе стальной меч, тебе стальной меч, о, как раз, угу. Можно это будет потом разобрать, интересно. Мне главное
какой-нибудь один лучше будет. Да нет. Так. Два лучника не пойдет. Чего? Не нельзя сделать 20 этих. Давайте вспомним, где железная руда. Вот это что за руда? Ну это не железо, серебряное. Ну приходите. Вот. Посылка. Меч воина дракона. Повреждение 40. Праздничный фейерверк. Отлично, ребята. Женщине дадим, она сейчас нет. Надо дать воину. Вот он, настоящий воин. Праздник фонарики, отлично. Так, больше ничего не... О, это броня. Я же забыл про броню. Там броня 40. Какая надо броня она. До сих пор она есть. Нет, не может. Это здорово.
Так. Может, они менее подвижны будут, но бронированы. Он как зажигает. Ну вот, частично все же посмотрели. Обновленную. Ну это такие сюрпризы, остальное это будет уже потом. По ходу прохождения. Один посадит на открытой местности, два, второй поджечь наступление ночь. Первый поставит. Второй поджечь наступление ночи. Третий отбежать подальше. Поставить на открытое местности. Понял. Все. Чем поджигать-то? Во, видали? Наш питомец дерется. Вау, вот это битва. Кто кого? Фига, вообще не пострадал. Вот как поджигать-то? А поджечь нечем, вообще, блин, нафига вот так делать? Вот как поджигают. У-ху! С Новым годом китайским! Здорово.
что вы здесь собрались-то? Сейчас будет третий зал, но ничего, такой фейерверк. Ух ты. И все счастливы. Ладно, ребята. Всем спасибо. Не забывайте поставить лайки, кому понравилось. Увидимся в следующий раз. Счастливо.